Вот такой у меня, в общем, ребята, квадроцикл. И давайте я вам покажу, забыл показать поворотники. И ближний свет, и дальний свет. Вот такой квадроцикл. И еще, можно его поставить на сигнализацию. Это довольно просто. Вот, смотрите. Вот такой вот ключик. Вот, убрать сигнали... Извините за то, что я уши закрываю, но очень громко. Вот, вырубить сигнализации. Поставить на сигнализацию. И как же срабатывает сигнализация? А легко! Вот такая громкая сигнализация, ребята. Еще можно подать звуковой сигнал ребенку, то, что он едет не туда, на колокольчик нажимается. Не представляю, зачем такой громкий, ребенок может испугаться. И еще самое крутое, можно заводить с брелка. Вот молния. И сейчас надо включить зажигание и нажать на тормоз, стояночный тормоз. Квадроцикл Маугли Шарп, покупайте. Итак, здесь есть у нас стартер, глушилка, дальний ближний свет, поворотники и подача звукового сигнала. Две задних фары, которые показывают тормоз. Глушитель, задний тормоз. И так вот, задний тормоз как раз ножной тормоз. И сам двигатель. 9 лошадиных сил у двигателя мощность. И он сам квадроцикл весит 63 килограмма. Так, здесь у нас бензин. Там у нас бензин. И регулятор. Ограничитель скорости есть. Здесь вот винтик. Им прикручивается и регулируется скорость. Вот рычаг газа. Нажимается. Сейчас, подожди.